Третий режим хранения сессии, который называется SQL Server, позволяет хранить объекты сессии в SQL сервере. Для того, чтобы активировать этот режим, я сейчас поменяю настройку Session State в файле конфигурации веб-приложения и посмотрим на эту настройку подробнее. Режим SQL Server, SQL Connection String, строку подключения к базе данных и, как обычно, timeout 1. И я поставил еще вот такую настройку Allow Custom SQL Database. Когда эта настройка включена, я могу указать имя базы данных, к которой нужно будет подключаться. Для того, чтобы SQL Server нужным образом настроить, потому что для хранения данных в SQL сервере нужно создать базу данных и таблицы, нужно запустить специальный инструмент, который подключится к базе данных и сконфигурирует собственно базу данных. Я запускаю файл ASP.NET REC-SQL.exe, который находится в C-Windows Microsoft.NET Framework версия 4.0 бла-бла-бла. Со следующими настройками указываю адрес сервера и вот такие дополнительные настройки даю. Это позволит создать базу данных, которая называется ASP.State, а не TMDB, как по умолчанию. В общем, запускаем. После этого в SQL сервере появляется вот такая база ASP.State, в которой две таблицы: ASP.State Temp Applications и ASP.NET Temp Sessions. Запускаем наше приложение. Сессия уже создана, и мы можем видеть, что есть запись в базе данных. Наш объект сейчас хранится вот в этой колонке Session Item Short. Есть еще Session Item Long. Для того, чтобы эта сессия заэкспарилась, на SQL сервере должен стоять агент, который постоянно проверяет колонку Expires и удаляет записи из таблицы с сессиями. Вот таким образом вы можете сконфигурировать хранение сессии на SQL сервере. Это может быть полезно, когда у вас несколько веб-сайтов занимаются обработкой запросов от пользователей и настроено масштабирование режимом round-robin, то есть вы заранее не знаете, на какой сервер попадет запрос. Но оба сервера должны одновременно иметь доступ к сессии пользователя. Собственно, можно использовать и State Service для этой цели. Режим InProts не подойдет.